Более 20 тысяч школьников сегодня напишут ЕГЭ по обществознанию и литературе. Согласно расписанию, эти экзамены завершают досрочный период сдачи ЕГЭ. Результаты участники узнают уже к 18 апреля. Желающих пораньше сдать экзамены по обществознанию в 5 раз больше, чем по литературе, заявление на досрочную сдачу написали 17,5 тысяч учащихся. Экзаменационная работа по этим предметам состоит из двух частей. На выполнение заданий отводится 4 часа. Напомню, основной этап ЕГЭ 2017 года пройдет с 29 мая по 1 июля.